ужас, просто ужас. Просто ужас. Все поплыли, все. Все поплыли. Все. Дерри Клаб. Доставка в любую погоду. Он походу на том месте, где еще вода такая. Вот этого сниму, вот этого. Ну, ремнем, что-то позаливает. Жесть, просто жесть.
Привет, Оля! Привет! Как у вас дела? Плаваем. О, ништяк. Оля, ты там не утонула? Нет. Офигеть. Круть. Сейчас я сниму там что-то тоже. Во! У нас получается... Ой, бля. Вот. Улица Чайковского. Кто-то еще отваживается тут ехать на машине. Вон там уже фары гаснут потихоньку. Переходил я сейчас эту улицу. Ну так, течение хорошее. Машину сносит просто против течения, врезалась. Обалдеть! Вот это посмотрите, какое течение. Все, машине хана. Нам уже забор даже. Ой, ее сносит, господи. А там машина под этой струей. Этим более повезло. Капец. Бампер оторван. Машина в машину. Улица 50 лет СССР. 23 июля 2022 года. Плывем, просто плывем. Это поплыла уже. Офигеть! Вот это поплыла! Вот это тебе красиво! И вот это тебе поплыла! Ой, как! Улица Донская, кафе «Меридиан», походу дело подтопило сильно. К сожалению, на окнах сеточки, поэтому лучше видео не могу.
все уплыли уже. Посмотрите, он поворот. Что, на корабле? Я предлагаю не выходить вообще. Пусть обилейная припаркуется и потом посидит. А в Сочи у нас вообще что творится? Вы посмотрите, наш двор просто залило. Машины в воде стоят. Как мы в садик сейчас пойдем, я не знаю. Куда вот лезть? Ну это вот Дурбалай. Ну да, я машину угробил. Есть же объехать. Ой. Что за люди? Ну это он тонет уже. Сейчас попадет, что перевернет.